Открывайте седьмую. Всем привет, это канал Туман of Play, с вами Владимир. И мы играем в Ratchet & Clank, ребята, начинаем. О, да, ты настоящий герой. Опознание заключенного 117. Шиф Геликс. Думаешь, расколот меня, легавый? Да я был в самых темных углах вселенной. Ты бы там точно заржавел от ужаса. Я был в вечных ямах Зордума. В железной крепости на Навалисе. Отдыхает, лежит. Привет, новичок. Я... Капитан Кварк. Да даже и не верится. Собственной персоной. Я мечтал, чтобы вы меня арестовали. Иди-ка прогуляйся. Зет, я к тебе обращаюсь. Да, капитан. Свалил отсюда. Что ж, новичок, я так понимаю, ты следил за моими подвигами? Еще бы! Вы же самый известный супергерой во всей галактике. Больше уже неизвестный. И слова ранят, одиночка, Билл. Я ваш фанат. Я даже предзаказал новую голую игру про Ratchet & Clank. Новую что? Ну, игру, в которой рассказывается про вас и про Ломбокса. А, ты имеешь в виду голофильм? Ну да, он ничего. Правда, сплошь компьютерная графика. Да нет, я говорю про игру. Она сделана по голофильму. Вот и письмо с подтверждением. Мне ее доставят прямо в тюрьму. То есть игра на основе фильма, снятого на основе моей биографии? Со мной же никто не консультировался. Ах, я сам виноват. Я слишком долго пробыл вдали от любящих фанатов в этой глуши. И теперь никто не услышит мою версию этой истории. О, я могу вас выслушать, капитан. Правда? Тогда присядь, друг преступник, и внемли моему рассказу. Все началось с незадачливого Ломбокса по имени Ratchet. Сейчас мы узнаем эту историю, ребята. Историю про меня. Куда это ты намылился? Эй, Грим, ты здесь? Я думал, ты пошел на базар за гравитационными катушками. Ага, но я здесь. Я всегда здесь. Уж не вздумал ли ты случаем пройти отбор в эти, как их, галактические рейнджеры? Мне нужен всего один час. Ну ладно тебе, Грим. Это же галактические рейнджеры. Там будет капитан Кварк. Пока не починим корабль мистера Микрона, никуда не пойдешь. Живо берись за рукоятку! По-твоему, это магнитная подушка? Давай, крутани! Сейчас крутанем, погоди. Не торопи меня. Еще. Так, посмотрим, работают ли эти новые лампочки. Посмотри наверх, там ничего не мигает. Вон моргает. Слева все нормально. Просто чудо. Ладно, теперь форсаж. Левый нижний дожигатель в норме. Может, эта штука и правда еще полетает. Чуток правее. Правый нижний дожигатель в норме. Так что, порядок? О, порядок. В новостях говорили, набор проводится на ярмарке. Покажи им, на что способен. Вот Ratchet поддался. Надо двигатель поставить, как лететь-то. Надеюсь, стать галактическим рейнджером. Так, давай настройки зайдем, погоди. Так, ну что, выходим. Выходим на улицу. Я не понял только, что надо сделать. Просто идти ломать все.
Сейчас пройдем. Жаба сидит. Эй, здорово, жаба. Старым добрым мультик летел. Так, ты чё на меня хотела прыгнуть? Ну-ка, на, получи. У меня какое-то ответственное задание. Врагами Рэтчет воспользовался старинным приемом из арсенала воинов. Ну чё-то троём сразу на меня налетели. Так нельзя, ребята. Давай, пошли дальше. Сейчас, я какие-то болты или гайки собираю. Рэтчет знал, что ему грозит смертельная опасность. Если он окажется на краю гибели, нужно будет раздобыть нано-бот. Сейчас все сделаем. Я этой штукой пользовался после одного ограбления. Залечил 3 пулевых отверстия из 5. Че он там болтает все? Болтун. Улетела. А с нее мне болт не дали. Вон он внизу валяется. И вот здесь я еще не взял. А сколько их надо насобирать-то? Я что-то не пойму. Плюс 10 дали. Давай все будем ломать. Сейчас все разломаем и получим кучу болтов. Уважение к общественному имуществу. Смотрите, как он лупит по ящикам. Да какой, чё вы на меня? Возможно, он просто берёг болты. Ну вот именно. На новое оружие для защиты галактики. Кто тут главный, ты или я? Кто там за мной наблюдает? Вы чё, блин? Болты берём, жаб бьём. Тихо, отвалите. Да ты чё, она меня куснула. Рэтчет бросился вперед. Его цель — судьба. Сейчас, сейчас наберем. Я не знаю, сколько надо, но буду собирать все. Здесь вон хлама всякого, сколько много валяется. Почему ящики не бьются? Это дверь? Нет, не дверь. О, вот эти можно ломать. Приветствую вас, кадеты, на мероприятии по набору новой галактической. Идите на полигон. Посмотрим, что вы умеете. Ты готов? Так, а там кто стоит? Жабы. Это жабы или нет? Готов вершить правосудие. У них там митинг какой-то. Вершите правосудие. Ну, ладно, нам пока туда не надо, наверное. Может быть, мы попозже туда с другой стороны подойдем. Эй, супергерой. Я вижу еще одного участника. Там какая-то ярмарка или что, или непонятно, что там идет. Приятного, бранец. Я Кора Веролюкс. Пройди эту полосу препятствий. Посмотрим, насколько ты прыток. Впечатляет. Легко. Переходи к следующему испытанию. Если вы увидите меня... О, а вон они наблюдают за мной. Ай-яй-яй, куда? Да как так-то получилось? Настоящий рейнджер должен уметь ориентироваться в пространстве. Запрыгивай на платформы. Так, ладно, продолжаем. 561 болт уже собрал. Оп. Оп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не падаем, аккуратно. Просили у меня подсказки, мудрого совета от вашего скромного галактика. Хорошо. Возможно, ты нам подходишь. Переходи к следующему испытанию. Как это возможно? Я вообще подхожу по полным параметрам, по всем. Здесь что сделать-то надо? Привет, новобранец. Я Бракс Лектрус, спец применения грубой силы. Покажи, как ты умеешь крушить ящики. Легко вообще крушить. Неплохо вот у тебя получается. Мое призвание крушить. Куда ее? А теперь взрывай! А если наверх туда? Ну-ка, жабы, подходи. Подходите все сюда. Большое число разбросанных по планетам ящиков с боеприпасами.
А этот можно взять, нет? Что-то падает, смотри. Ну-ка. Во, видал, как я швыряю. Нацеливаемся и бросаем. Отлично. Так, тут лава, надо аккуратно. Иначе можно свариться здесь. Разбиваем благополучно ящики. Идем спокойно, не напрягаясь. На гранату тебе. Эй, зрители. Отлично, новобранец. Пожалуй, ты годишься в рейнджеры. Конечно, гожусь в рейнджеры, да? Все круто. Так, а если гранатами раскидывать? А, их у меня же не так много, оказывается, их всего 8 штук можно взять с собой. Если вы увидите меня на мероприятии, пожалуйста, не просите пожать вам. Один годок. Тихо, 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 что это они тут жарят? Меня не надо поджаривать. На гранату. На еще. О, какие-то злые жабы. Злые, вообще злые жабы. Эй, жабеха, развернись. Неплохо. Откуда вас столько-то, а? Следующий галактический рейнджер Саланы? Так. Рэчит новый уровень. Побеждайте противников, чтобы увеличить максимальный запас здоровья. А что я сделал-то, чтобы просто побеждать их и все? Эй, отходи. Всех раскидал. Еще один остался. Так, ну-ка, надо его закинуть, гранату в него. Загляни потом ко мне. А, неплохо вышло. Конечно, неплохо. Почти 1000 болтов уже собрал. Так, это что лежит? Ой-ой-ой, сколько тут болтов. Давай пробежим по кругу. Может, еще где остались? Все, можем дальше продвигаться. Несчастный знал, что его может... Завод боевых роботов. Система вентиляции. Если бы он смог добежать до шахты, у него появился бы шанс спастись. Но это, ребята, увидим мы в следующей серии, как этот робот бежит. Сваливает от плохих парней. Я сказал, поставьте лайк видео. Добежать до шахты, у него появился бы шанс спастись. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока.